Давай у тебя задание возьмем. Мне нужна работа. Убить стаю собак, найти модифицированную винтовку. Найти модифицированную винтовку, да. Кто-то помогает наемникам. Совсем недавно они стали ходить с автоматами, модифицированными для ведения снайперского огня. Сам понимаешь, опасная игрушка. Я заинтересован в таком стволе. Благодарность тебе будет адекватной, не сомневайся. Я берусь. До встречи. Так, что за задание? Какое задание? Найти модифицированную винтовку. Понятно, понятно. А тут что у нас? Давайте с поваром, но это потом. Винтовка сначала нужна на модифицированную. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Ну чё, побежали за винтовкой? Потом уже все остальное сделаем. И правда, ствола видно не было. Ну, тот, стало быть, начинает ржать. Да кого тут плачь? Так, так, так. Так, не, нам не сюда. Нам сюда. Звуки какие-то. Не внушающий доверие. Так, этот ствол надо поберечь, потом сломать у него. Пацаны из долга. Так. Мы тут, нам нужно все, на дороге. Спеклись, да, да. По дороге надо идти. Ага. Обходя аномалию. Эй, тут на дороге радиация. Это. Так, надо на дорогу свернуть будет. Можно даже обойти, я думаю. Вот и по тропинке, по тропиночке. Тут, конечно, эти тусуются. Хер с ними. О, я жрать захотел. Давай, батончик. Захавай. Через деревню с мутантами с этими. Тик, тик, тик. Кто такие? Бандитос. Подойдем аккуратно. Где он там лазил? Сейчас мы его аккуратненько снимем. Не видать. Садки два шмаляют. Вижу. Вау, вижу. Ствол неплох. Покруче того будет, что у меня было с собой. Покруче этого. Можно его будет тогда положить. Чё такие дерзкие? Стреляйте в меня. Совсем стеф потеряли, да? Скоты. Где еще один был? Ваш кореш. Ствол отдай. О, вижу. В принципе... Все, ничего нету.
ебать, ему в голову прилетело, ему пофиг вообще. О, винтовочку взял модифицированную. Отлично. Это кто-то еще есть тут? Ну, я, понимаете, спокойно лутаюсь. А пацаны у меня уже взяли. На, поймите. Так, одну вам от... одну тебе оставлю. Так, винтовку забрал. Принеси заказчику обещанное. Ну-ка, что за винтовочка, давайте посмотрим. Ну, такая. У меня покруче. Надо будет ее положить. Так, а возвращаемся, как только пришли. Да, по дороге, по этой опинке не надо. Через деревню полную зомби. Не, вот эта винтовка вообще офигенная. Это мне понравилось. Кидаемся в аномалию. Так, тут какой-то схрон есть. В доме, что ли? Тук-тук. Кто в тей мочке живет? О, вижу. Так, так, так. Тайник. Оп-оп-оп. Что за аномалия? Ну, не очень. На самом деле, мы пистолетик один положим. Оставим. Ой-ой-ой, меня преследует, надо валить. Я слышал дыхание. Я чувствую его дыхание. Ну, это все вы знаете. Дороги. Убиваем ничем не повинных птичек. Да, дождь вообще тут не к тему. Я промокну же. Хотя у меня такой костюм. Радиационный. Выносливость вся кончилась. Конится на всякий случай. Пойдемте на базу, долго отнесем ствол начальника. Нефиг палить ствол наш. Так, опять тут зависание какое-то. Подгрузка, что ли, или что это такое? Че тут именно тут зависает? Пацаны тут бегают. Что случилось? Пацанов порешали. Ладно, нам-то пофиг. Не мы их порешали.
Так, ну что? Даст-то нам за ствол-то крутой. Здравствуй, брат. Здравствуй. Говори, зачем пришел. Здравствуй, генерал. Здравия желаю, товарищ генерал Воронин. Я по поводу задания. Отлично. Молодчина. Молодчага, задание выполнено. Что, я убить собак? И собаки эти парят меня. Так, я перегружен, товарищ. Торговать. У тебя 9 косарей. Что тебе можно продать? Тебе можно продать... А, пистолет тебе не продать. Блин, а еще жесть какая-то. Аномалия. Аномалия не хочу тебе продавать. На тебя. Простите. Сколько? Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел? Так, мне нужен магазин, вот зачем я пришел. Так, а что он мне дал? Здравствуй, брат. О, нихрена себе, он мне снайку дал. Офигенно. Ну-ка, опа-на. Патроны такие же, как чё стоишь? Ствол, выкладывай, зачем пришел? Да-да-да. Ну, нормально. Нормально. Так. Подгон. Босяцкий подгон. Ой, тут песик стоит. Катарись. Здравствуй, брат.